Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас узорчик, вот такой вот узорчик. Специально связала тонкой пряжей, показать вам образец из тонкой пряжи. Не очень, но зато на толстой пряже. Посмотрите, какая красота. Хотя он не двухсторонний, вот с изнанки он выглядит вот так вот. А с лица мне очень нравится, очень фактурный, такой объемный и простейший. Вяжется буквально за один ряд. Значит, число петель должно быть кратно 2, хотя и не обязательно. И ничего страшного не случится, если не будет. Так, первый ряд. Первую петлю провязываем лицевой. Вторую снимаем не провязанная нить за петлей. Следующую лицевая, вторую снимаем не провязанная нить за петлей, лицевая нить за петлей, и так до конца ряда. Вот здесь вот у меня получилось четное количество. Так, первый ряд, изнаночный ряд, второй. Все петли изнаночными. Все. Вот. Единственное, что изнаночную вяжем не за вот эту вот стенку, а за заднюю, да, за дальнюю подхватываем. Ту петлю, которую мы снимали, вот за дальнюю. Здесь у нас она изнаночная лежит так ровненько, а вот эта, которая была снята, мы ее вот так вот за дальнюю стеночку. А здесь обычно, чтобы петля вот эта снята была красивая. Все, девчонки, петлю мы брали за заднюю стеночку для того, чтобы получилась вот такой вот объемная вот эта вот петелька. Все, девчонки, вот весь узор. Начинаем с первого ряда, всего 2 ряда узора. Вот, а я с вами прощаюсь на сегодня. Это все, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока.